Здравствуйте, мальчишки и девчонки, а также их родители. В эфире программа «Бергаляп и Рианик», в которой мы учим слова на татарском языке. Вместе с вами и нашими участниками давайте с ними познакомимся. Сегодня в нашей игре принимают участие две команды. В первой команде Индира Гараева и ее мама Эльмира Галимова. Здравствуйте! Привет! Всем привет! Во второй команде Мадина Шайдулина и ее папа Марат Исянмисас. Исянмисас. Мадина невероятно смелая девочка. Она уже летала на парашюте, освоила электромобиль и мечтает освоить пилотирование квадрокоптером. Любит путешествия, читать книги, рисовать и устраивать домашние представления. Мадина, у тебя очень много увлечений, и парашюты, и электромобили, и квадрокоптер. Что тебе больше всего нравится? Мне нравится больше всего рисовать. А какие рисунки? Портреты и натюрморты. Ну и как, окружающим нравится? Нравятся те, кого ты рисуешь? Да. Ну это очень здорово. Марат, как вы видите будущее своего ребенка? Ну, мы, честно сказать, шибко сейчас не заморачиваемся, мы не стараемся делать из нее вундеркинда какого-то искусственного, да. Мы просто хотим, чтобы обучение в школе дала максимальный результат, чтобы она осваивала новые знания, новые предметы, которые в будущем ей, я надеюсь, очень сильно пригодятся. Ну, мы тоже на это очень сильно надеемся. Давайте познакомимся с еще одной героиней нашей программы. Это Индира. Она очень любит петь и участница многих конкурсов. А какие песни она поет на этих конкурсах, может быть, те, которые написала мама, мы в скором времени узнаем. А пока давайте посмотрим на экран. Хорошая песня. Индира, скажи, пожалуйста, а какие песни ты все-таки исполняешь на конкурсах? Я исполняю песни на конкурсах, классические песни. И очень люблю мамины песни, которые она пишет. Эльмира Хановна, расскажите, насколько сложно писать песни под своего ребенка? Это сложнее, чем ну, просто написать песню для кого-то? Ну, в частности, сейчас вот прям конкретно я... Для Индиры пока еще ничего не написала, потому что у меня очень много уже написанных песен. И в частности, вот то, что мы сейчас прослушали, это песня, которую я написала в 10 лет. И получается, это уже как бы через 3 поколения, 25 лет уже прошло, и вот сейчас поет Индира. Поэтому для меня вот интересен вот этот опыт, что как прозвучит песня сегодня, на сегодняшний день, будет ли она актуальной и интересной для детей. Ну а как вы видите ее будущее, будущее своей дочери? Она пойдет по вашим стопам или вы хотите, чтобы она выбрала какую-нибудь другую профессию? На самом деле очень тяжелая профессия. Я не знаю, как мама, конечно же, я и не желаю, чтобы она прошла мой тяжелый путь, потому что действительно это очень тяжелая профессия. Но если у нее будет действительно вот огромное желание, и усердие, и трудолюбие, и... Эту профессию нужно выбирать только в том случае, когда ты сможешь действительно реально победить в себе саму себя прежде всего и составить конкуренцию любому человеку. Ну, мы и желаем удачи. Давайте начинать нашу игру. Тема сегодня – ягоды «Жиляк жимешляр». Правила первого тура очень просты. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о тех или иных ягодах. Задача наших команд – угадать, о чем же говорят наши дети. Вопрос я буду задавать поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Если вы отвечаете неверно, то право хода переходит к другой команде. Все понятно? Да. Тогда внимание на экран. Он большой. Растет на земле. Он зеленого цвета. Круглый. А внутри он классный. У него еще семечки. Его надо резать, чтобы съесть. Чтобы понять, что он спелый, нужно по нему постучать. В тот стане он тоже растет.
Индира, как ты думаешь, о чем идет речь? Я думаю, что это идет речь про арбуз. Про арбуз. Уверена? Да. Ну, молодец, что уверена. Ты получаешь 1 балл. Арбуз по-татарски «карбас». Ну, а мы продолжаем с Мадиной. Мадина, внимание на экран. Из нее делают сок. Там много витамина С. Он оранжевый, как морковка. Он круглый. Снаружи он оранжевый. Внутри он тоже оранжевый, но он вкусный. Он растет на дереве. На Новый год они кушают. Их нужно есть, чтобы не болеть. Итак, Мадина, о чем же идет речь? О какой ягоде? Это мандарин. Или? Уверена? Апельсин. Или апельсин. Ну, мы принимаем оба варианта ответа, но сегодня мы будем учить слово апельсин, которое по-татарски будет эфлисюн. 1 балл твоей команде, я тебя поздравляю. Эльмира Ханым, продолжаем с вами. Внимание на экран. Из него очень вкусно получается, очень вкусно разные варенья, компоты. Они круглые, маленькие, их очень много. Она круглая с косточкой. Она круглая и маленькая, а из нее делают джем. Итак, Эльмира Ханым, о чем же идет речь? Идет речь о смородине. Но это похоже на смородину. Еще одну попытку. Малина. С косточкой. Последняя попытка. Слива. Я принимаю этот вариант ответа. Это неправильный ответ. И возможность ответить получает другая команда. Итак, о чем же говорили наши дети? Вишня. Вишня. Это правильный ответ. 1 балл твоей команде. Вишни по-татарски «щие». Мы продолжаем, Марат, с вами. Внимание на экран. Готовы. Она растет в теплых краях. Такая желтая, но на вкусный. Внутри он белый, очень вкусный. Внутри она оранжевая. Тоже растет на земле. Она как арбуз, но овальная. А арбуз круглый. Ну, бывает и круглым. Так, Марат, о чем же идет речь? О чем идет речь? Мадина, как ты думаешь? Дыня. Дыня, как арбуз, но овальная дыня. Уверена? Да. Молодец, что уверена. 1 балл твоей команде, это правильный ответ. Дыня по-татарски «коуан». Ну что ж, на очереди 5-й вопрос. Отвечать мы будем с помощью игрушек. Берите игрушки в руки. Внимательно нужно досмотреть сюжет. Кто первый нажмет на игрушку, тот и будет отвечать. Внимание на экран. Когда он спит, он мягкий. Очень вкусный фрукт и очень полезный. Он оранжевый, классный, очень вкусный. Из него очень получаются вкусные чипсы. Из него очень вкусно получается, очень вкусно разные варенья, компоты. Итак, кто первый? Первый на игрушку нажала Индира. Индира, тебе слово. Это был персик. Уверена? Да. Молодец, что не сомневаешься. 1 балл твоей команде, ну а персик по-татарски «шефталу». Со счетом 2-3 в пользу Мадины и Марата мы переходим во второй тур. В эфире программа «Брыгаляп Ирянык», где мы учим слова на татарском языке. Давайте повторим слова, которые мы сегодня выучили. Итак, Мадина, как будет по-татарски «арбуз»? Карбас. Карбас, дырыс. Индира, как будет по-татарски апельсин? Эфлисюн. Совершенно верно. Мадина, вишня? Шие. Умница. Индира, дыня? Каун. Именно так. Мадина, персик? Шафталу. Шафталу, совершенно верно. Ну что ж, наши команды готовы начать второй тур. Сейчас вы увидите 9 ячеек, в которых расположены наши ягоды. Жиляк, жимышляр. Ваша задача запомнить, в какой ячейке какая ягода находится. У вас на все про все будет 15 секунд. Как только время закончится, я буду задавать вам вопросы. Поэтому будьте внимательны. Смотрим на экран. Время вышло.
пора отвечать на вопросы. Индира, тебе будет первый вопрос. В какой ячейке находится арбуз? Арбуз. Во второй. Во второй. Открываем вторую ячейку, и это правильный ответ. 1 балл твоей команде. Я тебя поздравляю. Мадина, в какой ячейке находится апельсин? Эфлисун. Первая. Первая, уверенно сказала Мадина, поэтому открываем именно эту ячейку. Совершенно верно. Апельсин находится в первой ячейке. 1 балл тебе. Эльмира Ханом, в какой ячейке находится вишня? Шия. Ой, в шестой. А Индира думает по-другому. В девятой. В девятой, да. Думаете вы? Давайте открывать 9-ю ячейку. Это правильный ответ. Вишня находится именно там. Марат, в какой ячейке находится дыня? Кован. Дыня находится в 3-й и в 7-й. Давайте выберем одно число. Давайте 3. Давайте 3. Открываем 3-ю ячейку, и там находится дыня. Кован. Ну что ж, на очереди 5-й вопрос, и по традиции мы отвечаем на него с помощью наших игрушек. Берем игрушку в руки, как только я задам вопрос, а вот его нужно дослушать до конца, кто первый нажмет, тот и будет отвечать. В какой ячейке находится персик Шафталу? Индира была первой. Итак? 5-й. В 5-й, думает Индира. Да. Открываем, и это правильный ответ. Персик находится в 5-й ячейке. Счет после второго тура 5-5. На очереди 3-й. Мы продолжаем. В эфире 3-й тур программы «Брыгаляп Ираник». И прежде чем его начать, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Итак, арбуз – корбас, апельсин – эфлисун, вишня – шие, дыня – хован, персик – шафталу. Итак, уважаемые команды, в 3-м туре вам предстоит ответить на загадки. Загадки, конечно же, посвящены сегодняшней теме ягоды жиляк жимишляр. С кого начнем? Загадки все легкие, не бойтесь. Индира тянет руку. Давайте начнем с тебя. Слушаем внимательно загадку. Он зеленый и большой. Я полью его водой. Как огромный карапуз скоро вырастет... Арбуз. Арбуз, совершенно верно. А как будет по-татарски арбуз? Арбуз. Арбуз, именно так. Мадина, тебе следующая загадка. Была зеленой... Желтой стала. Расти ягода устала. Шкурка в паутинках, в сереньких морщинках. Дыня. Дыня, совершенно верно. Вы молодцы, и обе команды получают по 1 баллу. Индира так рвалась ответить на этот вопрос, но Мадина все-таки тоже заработала свой балл. Я вас поздравляю, в сегодняшней игре побеждает дружба. Ура! На этом наша программа подошла к концу. Эй синтелем, ойлатынем, йоктыкынем. Римнерден эще болдан тотлытылем. Сені сақлап қалыр үшін көпмі білім, керекліген оңладым мен, білдім бүгін, деп язған Лена Шахиржан. Учите языки, но никогда не забывайте свой родной язык. До скорых встреч, келесі шырашылары, қадар, пока-пока! Сау болу, сау болу.